зовут Кристина Зинкевич, я ведущий специалист по работе с клиентами, работаю в банке. Мое утро начинается с улыбки. Когда я просыпаюсь, я дарю себе тем самым хорошее настроение и поднимаю рабочий дух. Также гуляю со своей собакой, которая дарит мне заряд бодрости и энергии. Мое рабочее место находится здесь. Рабочее утро мое начинается в 9 часов. Мы открываем двери в наш банк и встречаем наших клиентов. На какие цели вам необходим кредит? Чтобы решили себе приобрести машину. О, потрясающе. Под Новый год новые подарки. В мои обязанности входит обслуживание клиентов нашего банка, оформление банковских платежных карт, кредитов, вкладов, помощь клиентов в решении финансовых вопросов посредством дистанционного банковского обслуживания. Для меня работа в банке была всегда престижной. Я видела себя в работе с клиентами, потому что я очень коммуникабельна и мне это интересно. Работу в нашем банке я начала еще с практики, когда обучалась. Первоначально я работала с банковскими платежными картами, а потом решила, что хочу себя попробовать в работе с клиентами. Диан, заявку по клиенту одобрили. Оформи, пожалуйста, документы. Хорошо. Общение с коллегами – это дополнительные бонусы. Совместные походы в театр, спортзал, хорошие идеи, полезные советы. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.